Легенда дрифта, Аркадий, давай, гони. Кубанный тренер Башмаков, Леша сегодня и очень хорошо готов. Все-таки смог он переступить и мозги. Красавчик, вот это хороший старт, правда хороший, чтобы не буксовать. Давай, давай. Супер. Зацеп сейчас, Аркадий. Трамплин ходом, давай. Так, объезжает кто. Ладно. Посмотрим. Сейчас режиссер трансляции. Так, смотрим, смотрим. Камеру, и мы увидим. Так, постановочка. Вот, давай, постановочка. Сходить. Ну-ка, первый. Оп. Хорош здесь. Неплохо. Никитос, давай. Уезжай. Калина, карвирейсинг, вперед. Ух, как сложно, наверное, Никитосу сейчас мучать. Так, 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 сейчас посмотрим, что. Что нам покажут наш года, сокомандники. Аккуратненько. Всю жизнь он едет на задний привод в автомобилях, а тут вот посмотрите, но на привод с передним, на переднюю. Кстати, Аркадий поехал на заднем приводе, а Никитос поехал на переднем. Вот и посмотрим, у кого получше получится. Неплохо, неплохо. Привода побереги. Итак, смотрим мы, как Никита, Шихов и Степан Земцев мчат по суперспешлу и... Чувствую, не доеду степень нажатием на газ. Это делают, чем коллега по цеху Аркадий Церебянцев. Ну, Аркадий был нас... Друзья, смотрите, приехал я в Москву погонять картинг, а тут, оказывается, есть авиасимулятор. Все как в реальности. Сейчас будем сажать 747-й Боинг в Инсбурге. Вот он, газ. Как это правильно назвать? Значит, хвостовой руль, элероны и высота. Также 6. Можно брать, достать. Вот. Ну, вообще классная тема. О, я блесил, короче. В общем. Это как ты говоришь? Видишь, у тебя... Не, лучше тот вид включить. Я бы сюда поснимаю. Вот, в общем, летим. Нам надо вон туда.